Я приветствую всех. Время новостей на Первом городском. Подводим информационные итоги этого дня. Вместе в студии работает Наталья Болдинская. Сегодня в выпуске смотрите. Бастуют шахтеры. В Кривом Роге более 400 горняков требуют повысить зарплаты. Обещают поднять на 20%. Ну, особо это ничего не поменяет. В городе запустили 4-й гибридный троллейбус, который ездит на восточный и на червоный ездит. В Кривом Роге стартовала самая масштабная детско-юношеская военно-спортивная патриотическая игра украинского казачества «Сокол Джура». Команда Первого городского решила также присоединиться к школьным соревнованиям. Эти и другие события в материалах наших корреспондентов. Бастуют шахтеры. В Кривом Роге более 400 горняков не вышли из забоев после окончания смены. Люди отказываются подниматься на поверхность и требуют повышения зарплаты. Забастовка охватила все 4 шахты Криворожского железорудного комбината. Это Терновская, Гвардейская, Заря и Родина. Шахтеры возмущены. Их зарплаты держатся на уровне от 7 до 10 тысяч гривен уже 7 лет. Люди требуют, чтобы им платили по курсу, ведь руду добывают на экспорт и продают дорого. Кроме того, выросли тарифы на коммунальные услуги и цены на продукты и одежду. Обещать руководство разово поднять, опять же, забойной группе поднять в этом месяце зарплату. Но, опять же, это не затрагивает ни слесарей, ни мастеров, ни механиков. В следующем месяце вроде бы как обещают поднять на 20%. Ну, особо это ничего не поменяет, потому что вырос и курс доллара, выросли потребности семейные, выросли потребности у каждого человека. Поэтому, ну, в принципе, это все равно лучше, чем вообще ничего. Поэтому, а что касается самих забастовок, никогда еще отдельно или сам рабочий, или один человек, он никогда не мог изменить или решить, как бы, как это сказать на русском, долю всего предприятия. Руководство предприятия ведет переговоры с шахтерами. Людям действительно пообещали выплатить на 20% больше в следующем месяце. Но как будет дальше, неясно. От официальных комментариев на комбинате отказываются. Как долго продлится забастовка и сколько шахты будут стоять, пока неизвестно. Без лекарств 4 мая под зданием городского совета страдающие от хронической почечной недостаточности требовали возобновить поставку жизненно необходимых лекарств. Речь идет о растворах для очищения организма при хроническом нарушении работы почек. Медикаменты, которые необходимы каждый день, заканчиваются. Тендер заблокирован антимонопольным комитетом. И когда лекарства появятся в городе, неизвестно. Такие медикаменты нельзя купить в аптеке, а переход на альтернативный препарат может привести к ухудшению здоровья. Мы же на перитональном диализе, у нас в брюшине вставляется катетер с помощью через хирургические действия. Вот. И потом, когда это все производится, раствор заливается в брюшину и очищается раствор 4 раза в день. Запустили 4-й гибридный троллейбус на маршрут номер 24 от микрорайона Восточный 3 до станции Кривой Рог. Транспорт пользуется популярностью у горожан. Жителям Восточного он был необходим. Летом прошлого года на дороге Кривого Рога вышел первый такой экземпляр. В новом электротранспорте установлен дизельный генератор, что позволяет продолжать движение там, где нет контакта сети. В планах запустить еще 5 троллейбусов в этом году. Карина Гутяр далее. 4-й гибридный троллейбус будет ездить на 24-м маршруте от Восточного 3 до станции Кривой Рог. В Рогатом установлен дизельный генератор. Это позволяет проезжать на тех участках дороги, где нет линий электропередач, то есть без рожек. Также в троллейбусах есть камеры видеонаблюдения, но отсутствуют пандусы для людей с ограниченными возможностями. Принимаем сегодня подвижный состав новый, который ездит на восточный и на червоный ездит. Первый тур у нас, ну, первый троллейбус выезжает у нас в 5:08. Вот. Количество пассажиров у нас увеличится. Привилегии троллейбуса установлены для безопасности пассажиров видеонаблюдения в салоне на каждых дверях. Вот. При закрывании и открывании дверей, что можно увидеть, пассажир стоит в дверях или не стоит в дверях, что можно аккуратно, но там,
закрыть. На маршруте номер 24 три троллейбуса. Интервал движения 30-40 минут. С появлением четвертого рогатого сократится до 20. Планируют, чтобы на маршруте работали 4 вагона, а пятый в резерве. Самый первый гибрид, который пошел в прошлом году, уже успел поломаться и стать на ремонт. В планах предприятия есть продолжить эту программу. Мы заканчиваем в июне пятый ремонт единицы троллейбуса. И это будет... Мы планируем, чтобы на маршруте работало 4 троллейбуса, и один будет в резерве на подмене. Интервал уменьшится до 15-18 минут с работой 4 графика. Гибридных обещают сделать больше. В мэрии говорят, уже есть кредит в 15 миллионов евро для закупки нового транспорта в наш город. Продолжаем работать. Я уверен, что экологически чистый такой вот у нас парк наших троллейбусов. Даже несмотря на то, что гибридные троллейбусы выходят, это будет развиваться в нашем городе. И учитывая то, что мы все сделали для того, чтобы в этом городе, в этом году в нашем городе еще вышли на маршруты около 50 троллейбусов. Необычный вид транспорта планируют запустить и на микрорайоне Макулан. На оборудование одного такого рогатого уходит около 2 миллионов гривен. Карина Гутяр, Виктор Зубченко, Первый городской. Появилась клубника. На рынках большой выбор спелых ягод. Средняя цена за 1 килограмм удовольствия – 100 гривен. Но такое лакомство может быть опасно. Количество нитратов в майской клубнике зашкаливающее. Натуральных ягод на прилавках рынка практически нет. Когда же начнется настоящий клубничный сезон, расскажут наши корреспонденты. Карина выращивает клубнику с прошлого года. Ягоды на ее огороде только начинают появляться. Рассказывает, сейчас на рынках натуральной клубники практически нет. В этот период может действительно продаваться хорошая клубника, но, к сожалению, ее очень-очень мало. Хорошая клубника – это какая? Та, которую люди выращивают в теплицах, но только в этих теплицах должны быть натуральный полив, вода, лампы, все безо всяких там химикатов и нитратов. Она, конечно, содержит витамины, но не в таком большом количестве, как та, которая выращена под натуральным солнцем. Криворожанам за 1 килограмм ягод нужно отдать как минимум 100 гривен. Клубника, которая содержит нитраты, не имеет ни запаха, ни вкуса. Я считаю, что сейчас клубнику не стоит покупать. По одной простой причине, что, во-первых, это не грунтовая клубника, это, скорее всего, парниковая, которая, как известно, кормится в парниках, она какими-то искусственными добавками. Поэтому эту клубнику я бы не купила бы. Клубнику сейчас везут в основном из Херсона. Продавцы рассказывают, за день более 10 килограммов не продают. Пока она еще дорогая, то примерно больше 10 килограмм она пока не уходит. То есть, таким образом, да. Но вот те, которые, допустим, уже брали ее, то они приходили, никто не жаловался. Клубника уже имеет вкус клубники, и кушаем. Сама клубника достаточно аллергенна, а ранее тем более. В ней содержится большое количество нитратов, которые вредны для здоровья человека. Как рассказывает гастроэнтеролог, избыточное количество нитратов может привести к онкозаболеванию. То, что касается конкретно ранней клубники, усугубляется тем, что она выращивается либо в тепличных условиях с применением препаратов, которые ускоряют ее созревание и придают ей определенный красивый цвет и размер большой. Это нитраты. Не сезон сейчас для клубники. Не сезон. Поэтому она не может быть априори естественной, натуральной. То есть какая-то та или иная обработка обязательно проводилась. В клубнике, которую продают в начале мая, нет достаточного количества витамин. Поэтому настоящих ягод нужно ждать ближе к июню. Карина Гутяр, Александр Бондаренко, Виктор Зубченко, Первый городской. Рейд по маршруткам. 4 мая инспекторы дорожного наблюдения провели акцию «Пассажир». Сотрудники полиции останавливали маршрутное такси во время дневной перевозки, проверяли документы и осматривали автобусы. С водителями общались и просили не брать стоячих и не гонять. Отмечу, только с начала этого года в Кривом Роге случилось 15 аварий с участием маршрутных такси. Из них 10 по вине водителей. 22 пассажира при этом пострадали.
Тому працівниками нагляду за дорожнім рухом сектору превенції Криворізького відділу поліції постійно ведеться профілактична робота з водіями маршрутних транспортних засобів. Лише за квітень місяць в місті було виявлено 111 порушень правил дорожнього руху. Також з початку року було виявлено вже 311 порушень правил дорожнього руху водіями пасажирського транспорту. 55 единиц оружия и 903 боеприпаса. Именно столько нелегала криворожане принесли в полицию во время месячника добровольной сдачи оружия. Те, кто без принуждения сдают незарегистрированные пистолеты, автоматы, патроны и прочее, освобождаются от уголовной ответственности. Разрешенные средства зарегистрировали по желанию горожан. За целый месяц криворожане сдали 25 пистолетов, 11 мин, 47 гранат и 6 снарядов. Напомню, согласно Уголовного кодекса, за незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывными устройствами грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Выпрыгнула из окна девятиэтажки. В Долгинцевском районе 69-летняя женщина решила свести счеты с жизнью и выбросилась с 9-го этажа. Тело обнаружили случайные прохожие около 8 утра и сразу вызвали полицию. По словам соседей, погибшая состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Вместе с женщиной проживал ее сын. Мужчина утверждает, что спал и ничего не слышал. На месте работала следственно-оперативная группа Долгинцевского отделения полиции и судмедэксперт. По словам правоохранителей, женщина не оставила предсмертную записку. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Виїздом на місце події співробітниками слідчо-оперативної групи було оглянуто тіло жінки. Нею виявилась місцева жителька 1948 року народження, на тілі якої під час огляду були виявлені тілесні ушкодження, характерні при падінні з висоти 9-го поверху. Тіло було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Наразі слідчим відділом Довгінцевського відділення поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією, стаття 115 Кримінального кодексу України з додатковою позначкою самогубства. Ближе к обеду 4 мая уже в Саксаганском районе обнаружили труп еще одного самоубийцы. 49-летний горожанин повесился на газовой трубе на кухне и оставил предсмертную записку, в которой просил никого не винить в своей смерти. По словам родственников, мужчина неоднократно заявлял о намерениях свести счеты с жизнью, в основном в состоянии алкогольного опьянения. Предполагают, сейчас именно спиртное стало причиной отчаянного шага. Смерть не по собственной воле. 2 мая в районе Светлодарской дуги Донецкой области в бою погиб воин АТО Юрий Мальков. Он и еще двое ребят спасали своего побратима. Один из них был ранен, и чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, привел в действие ручную гранату. Но план не сработал. От ранений Юрий Мальков скончался на месте. Из-за сильных обстрелов тела погибших не удается эвакуировать. Первый городской приносит соболезнования семье и родственникам погибшего. Быстрее, выше, сильнее. В Кривом Роге стартовала самая масштабная детско-юношеская военно-спортивная патриотическая игра украинского казачества «Сокол Джура». Соревнования проводятся традиционно на базе клуба юных моряков. 104 участника на протяжении 2 дней будут перетягивать канаты, стрелять из оружия, лазить по веревкам и соревноваться во многих видах спорта. Победители представят нашу область на всеукраинском туре соревнований. Николай Чирва далее. Команда первого городского решила также присоединиться к школьным соревнованиям под названием «Джура». И Рудана, звісно, не лишилася осторонь, тому змагаємося. 3, 2, 1. В индивидуальном забеге со Всеволодом мы были равны и придерживались главного правила – в спорте побеждает дружба. Но участники соревнований вырывали победу зубами в прямом смысле слова. От 42-й школы выступал Дмитрий Скляр, парень, известный в узких спортивных кругах как чемпион по тайскому боксу. В соревнованиях «Сокол Джура» принимают участие не впервой. С командой в прошлом году заняли 2-е место. Ну, готовились, очень нравится это дело. Мы постоянно уже в прошлом году ездили, заняли 2-е место. На 1 балл отстали от другой.
тренировались, все стараются. Уверены в себе, приехали за хотя бы призовыми местами. Дарья, как никто другой из участников, знает, что лежит в основе побед. 16-летняя спортсменка в этом году стала 4-кратной чемпионкой мира по джиу-джитсу. Вместе с командой из 32-й школы борется за победу. Говорит, соревнование сложное, но в то же время увлекательное. Понятное дело, что каждая команда хочет победить. Мы участвовали в районном конкурсе, в районном туре. Мы его выиграли и таким образом прошли на городской тур, на городской смотр. Мы готовились к этим соревнованиям. Это очень интересно, так как привлекается молодежь, то есть к здоровому способу жизни, к патриотизму и так далее. Конкурсы достаточно тяжелые, даже со спортивной подготовкой. Всего в этом году «Сокол Джура» собрал 104 участника из 13 школ. От каждого района выступают по две команды. Металлургический выставил одну. По правилам соревнований в коллективе должно быть 8 участников, 6 парней и 2 девушки. Сегодня на базе клуба юных моряков и Криворізької гімназії номер 49 проходить на протязі 2 днів, буде проходити саме це дана гра. Гра себе враховує 12 конкурсів. І саме гра «Сокіл Джура» взагалі розпочинала свою основну діяльність, ще починаючи з 2003 року. Це була і українська козацька гра «Джура», це була національно-патріотична гра «Сокіл», тобто зараз вона так от свою має назву як «Сокіл Джура». Соревнования будут проходить 2 дня. Их результаты станут известны 5 мая. Николай Чирва, Александр Бондаренко, Первый городской. Таким увидели этот день наши журналисты. На сегодня это все. Оставайтесь с нами. До встречи на главном телеканале города.